На дискотеку, как на бал. На танцы для тех, кому за 60, Жанна Турмосина приходит два раза в месяц. К выходу в свет готовится заранее. Подбирает наряд, делает прическу и макияж. Здесь, уверяет, можно не только потанцевать и пообщаться с друзьями, но и получить заряд позитивных эмоций. Это праздник моей души. Это праздник для меня, вот, для моей души, для движения. Мне не нужно там аэробика или еще что-то. Когда играет музыка, для меня это зарядка и физическая, и душевная. Зал Дворца ветеранов едва вмещает всех желающих. Дискотеки для пенсионеров проходят бесплатно. Здесь каждый найдет для себя репертуар по душе. Для тех, кто любит живую музыку, играет муниципальный духовой оркестр. Для любителей современной музыки два раза в месяц проходят дискотеки. Для желающих обучиться танцам действуют ансамбли «Волжаночка» и «Сеньора». У каждого мероприятия, у каждого направления есть свои зрители, и это очень приятно. Причем, что вот те, кто приходит на духовой оркестр, они не приходят на танцы, вот, на дискотеку, потому что ну, разные интересы, и мы стараемся всем помочь. В следующий раз закружиться в танцы под музыку духового оркестра всех желающих приглашают в городской дворец ветеранов 19 февраля. Лариса Шалафас, Станислав Левин, «События».